Сотни тел погибших всего же на борту разбившегося самолета были 295 пассажиров и членов экипажа. Самолет упал в Донецкой области Украины. По словам очевидцев, фрагменты тел погибших разбросало на несколько километров. Останки находятся даже в разных населенных пунктах. Ну и вот поступает информация, что авиакомпания «Малайзийские авиалинии» получила от украинского пункта контроля за воздушным движением информацию, что диспетчеры потеряли контакт с самолетом Boeing 777. Точка потери контакта находится как раз в 50 километрах от российско-украинской границы. По данным малайзийских авиалиний, из Амстердама в Куала-Лумпур лайнер вылетел в 12:15 по местному времени, то есть в 14:15 по Москве. Ну и ранее в Министерстве обороны Малайзии сообщили, что нет у них пока подтверждений того, что самолет был сбит. Но, тем не менее, потерю связи с ним там также подтверждают. Сегодня в 50 километрах от российско-украинской границы на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики упал малайзийский самолет Boeing 777. Погибли все находившиеся на борту пассажиры и члены.